Культура как средство коммуникации между людьми. Две республики, наш и Татарстан, имеют давние связи и обширный обменный фонд. В Национальной библиотеке в рамках Международного дня театра открылась выставка работ народного артиста Татарстана Прозата Исанбета. Актер, педагог, режиссер, а еще и замечательный художник. Выставка Прозата Исанбета – это симбиоз жанров, стилей и направлений. Здесь и портреты, и театральные сцены, и эскизы декораций. Так как Прозат видел актеров, и как он их рисовал, наверное, никто так не сможет, потому что режиссер, он их чувствует изнутри. И для художника это самое главное. Они здесь похожи на себя больше даже, чем в жизни сами. На открытие выставки приехали его родственники, друзья и коллеги. Это дань памяти человеку, чей талант так многогранен. Конечно, впервые вы сможете лицезреть на его шаржи, карикатуры, на живописные работы, графические работы. То есть даже у нас казанский зритель не знает его творчества как художника. А в Татарстан совсем скоро с ответной выставкой отправятся и наши театральные художники. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.